It's day five, and we're back at Rio Bay for the SUP technical races. Андрюх, что сегодня по условиям? Трасса ветреная немножко. Как бы была надежда, что будет поменьше ветра, побольше волны. Это было бы лучше и для меня, я думаю, для всех. А с ветром все-таки больше нужно как бы очень стабильно стоять на доске, потому что ну, ветер сбивает. Больше будет все-таки сегодня гребли, чем серфинга. Дропы считаются в техникале? Посмотрите. Дроп, ну, предупреждение. Так, а вторым идет за ним Бакстер, да, вот в своем кепочке вот этой. Опа, еще раз дроп. Блин, устал. Но нога фишка, да, ты устаешь, ноги не держат. Поэтому выбираем стратегию такую. Спокойно, не торопясь. Устанешь, ты просто будешь валиться с доски. Аккуратно все пройти, меньше падать, и тогда, мне кажется, экономит больше сил и времени. Да, откуда, ребят? Мы с Владивостока. Нет, скажи хочу, про гонку, что там вообще было. Хочу всем передать привет с поля битвы чемпионата мира после техникал рейса. Уже я свое выступление в этом виде дисциплины закончил. Хотел бы подытожить, что, естественно, я стал лучше, чем я был в прошлом году, но это ни в коем вообще образе не удовлетворяет амбиции и того уровня, до которого хотела бы все-таки дойти. Я так понимаю, что на это нужен не год, не два, а несколько плотных, прям круглогодичных сезонов на морях, на волне, на океане, вообще в ветер, во все возможные виды погоды, потому что вот буквально позавчера был слабее ветер, было намного комфортнее. Сегодня ветер сильный, очень некомфортно, я просто понимаю, что мне не хватает просто опыта вот в этих условиях грести. И хочу сказать, что в следующий раз уже на подобных соревнованиях я в техникал рейсе выйду в том случае, если я буду понимать, что я готов попасть в финал. А пока что, ну, все равно же там какие-то немцы, шведы остались позади, вроде бы тоже европейские страны, которые развивают сап-серфинг и сап-рейс и все остальное, но все же, как ни крути, разница между теми людьми, которые попадают в финал, и между нашим уровнем, я могу о всероссийском уровне сказать, это просто пока что большое, очень большое расстояние. Поэтому
надо очень много готовиться, если хотите попадать на Technical Race в финал и драться хотя бы за первые 20 мест. Надо вообще просто не вылазить с воды и просто грести. Передаю всем привет. Руки стерты, а все равно далеко. Поэтому алоха всем.